Возле братской могилы советских воинов в этот день, несмотря на дождь, собрались люди нескольких поколений. Отдать дань памяти погибшим героям пришли активисты Белорусского республиканского союза молодежи, жители Бреста и ветераны. Сегодня собралась молодежь города. Это преемник комсомола. И очень радостно, что в таком такой торжественной обстановке мы вспоминаем наших дедов, прадедов и всех, кто защищал нашу Родину. Торжественным митингом отметили важное событие в жизни города – оцифровку памятника и открытие знаковой таблички с QR-кодом в рамках международного историко-патриотического проекта БРСМ «Цифровая звезда». Это важное событие – одно из мероприятий, приуроченных к 20-летнему юбилею организации. У нас на протяжении этой недели проходит большой цикл мероприятий. Вот. Хочется сказать, что, конечно, сегодняшнее мероприятие мы начали с возложения цветов и с митингом у воинского захоронения. Для нас очень важно чтить память о войне. Не случайно мы выбрали это место, потому что это место для каждого брещанина, для каждого жителя Брестской области, для каждого белоруса, оно священно. И поэтому молодежь должна знать, что такие места есть, должна помнить эту трагическую историю. И я скажу, что у нас есть чем гордиться, потому что очень много реализовало проектов наш Белорусский республиканский союз за эти 20 лет. Такой проект, как «Цифровая звезда», который сегодня был представлен, он развивается по всей республике и за ее пределами. Неспроста он назван международным. Он нужен для того, чтобы молодежь и все граждане Республики Беларусь, все граждане за рубежом, они помнили то, что у нас осталось, и помнили то, что у нас было. Мы видим, как в странах соседнего государства, что происходит, как оскверняют на памятники все, что осталось. Именно для того, чтобы молодежь помнила, существует проект «Цифровая звезда». Теперь каждый, кто захочет узнать об истории этого трагического места, где захоронено 10 героев Советского Союза, которые освобождали Брест, может просто считать QR-код на табличке у памятника. В Беларуси не должна исчезнуть память о трагической судьбе солдат и их подвиге. Ведь историческая память – это то, что связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «БукТВ».